Конечно, государство делает очень много для того, чтобы работа шла ритмично и на благо граждан. Но при этом, безусловно, есть и сбои. Это очевидно, я тоже об этом знаю. И поэтому работа правозащитных структур, конечно, здесь тоже востребована. И не только в связи с распространением коронавирусной инфекции. Прошу вас уделить внимание и тому, как соблюдаются права людей в первичном, самом близком к людям звене здравоохранения. И продолжить мониторинг помощи, конечно, больным по графику, по планам, в том числе и, может быть, в первую очередь, онкологическим больным. В целом, постоянно необходимо анализировать организацию планового лечения пациентов с опасными и хроническими заболеваниями. Многое предстоит еще сделать в области гуманизации правосудия.